Сегодня 20 июля. 20 июля 1881 года вниманию Самарской городской управы был представлен проект устройства городского водопровода инженера Николая Петровича Зимина. За его плечами была постройка и Мытищинского водопровода, и Рублевской водопроводной станции. Но спровоцировал спор не проект водопровода, а сама его идея. Дело в том, что горожане относились к нему крайне настороженно. Водопровод казался им чем-то вроде водяного чудовища. Те же, кто делал на воде бизнес, тоже сопротивлялись как могли, ведь водовозы и бурильщики прорубей собирали деньги даже с тех, кто полоскал белье. В свою очередь, чиновники с этих водных денег взимали налоги, что подогревало их нежелание строить водопровод. Всем сомнениям и возражениям положил конец городской глава Петр Владимирович Алабин. Проект Зимина был утвержден, и уже в августе в Самаре приступили к строительству водопровода. 49 лет назад, 20 июня 1966 года, советское правительство приняло решение построить в Куйбышевской области новый завод. Однако это решение далось не сразу. Прежде по всей стране специалисты изучили больше 50 площадок. В итоге остановились на 6, в числе которых был и Тольятти. Далее экономические расчеты подтвердили, что здесь не только удачная транспортная схема, но и хорошие энергоресурсы. А кроме того, развита машиностроительная промышленность. И только после этого в Тольятти приступили к строительству будущего АвтоВАЗа. Другой, не менее стратегически важный для Куйбышевской области завод «Сызранский нефтеперерабатывающий» был отстроен в рекордно короткие сроки. Возводить его начали незадолго до Великой Отечественной войны, а уже 20 июля 1942 года отсюда на Сталинградский фронт ушел первый эшелон с жизненно необходимым для того грозного времени бензином. Начиная с 1966 года, 20 июля весь мир отмечает Международный день шахмат. История шахматного спорта Самарского края насчитывает как минимум 160 лет. Этой игрой увлекались многие самарцы. Большим любителем сразиться за шахматной доской был известный предприниматель Альфред фон Вакана. Позже вместе с сыном Эрихом он открыл шахматный отдел при Самарском речном яхт-клубе. Здесь же начали регулярно проводить турниры. При отделе работал шахматный комитет, прообраз будущей Федерации шахмат. В разные годы, но в один день, 20 июля, на свет появились известный кинорежиссер, автор фильмов «Три тополя на Плющихе», «17 мгновений весны», «Карнавал» Татьяна Леознова. Другой известный режиссер, мастер камерного кино, во многом определивший облик современного искусства, Алексей Герман. Популярный композитор, народный артист России Давид Тухманов. Известный актер театра и кино, режиссер, певец и автор песен Олег Анофриев. Советская актриса театра и кино, народная артистка СССР Людмила Чурсина и другие знаменитости. В 20-й день июля свои именины отмечают Акакий, Герман, Евдокия, Ефросинья, Павел, Сергей и Фома. А в народном календаре 20 июля – день Авдотьи Синогнойки. Ее так прозвали за частые дожди. Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то такая же погода сохранится в следующие несколько недель. На Авдотью начиналась жатва. По старинному обычаю в поле шли с песнями, а серпы несли завернутыми в полотенце. Первый сжатый сноп обвязывали этим полотенцем, а затем несли в церковь и освящали. Такими событиями вошел в историю 20-й день второго календарного месяца лета. Хорошего начала трудовой недели и удачи во всех делах!